Коллеги, давайте, как обычно, проверим связь. Слышно ли меня? Презентацию видно ли? Просигнализируйте, пожалуйста. Угу. Спасибо большое. Все хорошо и видно, и слышно. Ну и отлично. Тогда приступим к сегодняшней нашей встрече. Говорить мы сегодня будем об одном единственном сервисе для создания интерактивного контента. Называется этот сервис FlickTub. Это совсем недавно появившийся инструмент, который позволяет создавать разные виды интерактивного контента бесплатно, без ограничений и на русском языке. Более того, этот сервис отечественного производства. Поэтому к нему сейчас наблюдается довольно повышенный интерес и со стороны педагогов, и со стороны библиотекарей. И мы сегодня с вами посмотрим, как в нем работается, из чего он состоит, что он может создавать. Посмотрим плюсы, минусы. Ну и далее каждый, наверное, определится, стоит ли с ним работать, взять ли его на заметку или найти более подходящий инструмент. Надеюсь, что на заметку возьмем. Ну, давайте смотреть. Итак, что умеет FlickTub, если вкратце? С его помощью можно создавать разнообразные тесты и викторины с различными видами вопросов. Более 15 типов вопросов можно соединить в одной викторине. Это здорово. Далее, с его помощью можно создавать учебные статьи, да, в общем-то, не только учебные, вообще учебные статьи или лонгриды, или какие-то публикации электронные, в которые можно вставлять разнообразные медиаресурсы. Фотографии, видео, аудио, что еще, различный интерактив, гиперссылки. В общем, получается очень даже добротная такая медиапубликация. С его помощью можно создавать цифровые коллекции, собирать в папки, собирать в какие-то разделы различные медиаресурсы. Опять-таки, это могут быть гиперссылки, можно загружать свои документы в формате PDF, можно добавлять сюда видеоролики по ссылкам, аудио, и на их основе формировать различные цифровые коллекции. На основе этих цифровых коллекций можно создавать целые учебные курсы, собирать в одну коллекцию не только какие-то ресурсы, но и добавлять туда викторины, статьи, различные другие материалы, которые, благодаря которым можно организовать онлайн-обучение. Ну и, наконец, совсем недавно появился новый инструмент, который позволяет создавать виртуальные доски. Правда, он немножко отличается от того, как мы себе представляем виртуальную онлайн-доску, но об этом мы уже чуть позже поговорим. Вот вкратце такой небольшой перечень возможностей этого сервиса. Давайте поближе с ним знакомиться. В чате, если вы уже когда-то работали с этим сервисом, поставьте плюсик. Если не работали, минус. Если у вас есть какие-то работы в этом сервисе, можно их тоже в чат кинуть, для того, чтобы не только я ссылки добавляла, но и чтобы вы тоже поучаствовали в этом процессе. Ага, минусиков у нас больше. Ну, замечательно, значит, есть сегодня о чем рассказывать. Те, кто поставили плюсик, если хотите похвастаться, можно своей работой похвастаться в чате, дополнить список моих ссылок, которые я буду добавлять. Презентацию с моими материалами вы, естественно, как всегда, можете скачать, если она вам нужна в работе. Там внутри интерактивные ссылки есть, киберссылки. Плюс еще дополнительно я в чат, как обычно, буду что-то добавлять, чтобы вы, не отходя от компьютера, сразу могли посмотреть. Ну, давайте обо всем по порядку. Сервис на русском языке, у него очень простой интерфейс, очень простая регистрация, буквально несколько кликов, и вы уже внутри сервиса. Для начала заходим на сайт FlickTub. И нажимаем на кнопочку «Создать». Вот она наверху. Либо кнопочку «Войти». И та, и другая нас в конечном итоге приведет к форме регистрации. Регистрация здесь довольно простая. От нас требуется только адрес электронной почты и пароль. Ничего более. Более того, можно еще и подключить сюда Google аккаунт и зарегистрироваться в один клик с помощью своего аккаунта Google. Если мы регистрируемся на почте, то на почту придет письмо, его нужно открыть, естественно, нажать на кнопку «Подтвердить свой аккаунт». После этого можно уже приступать к работе без каких-либо ограничений. Ограничений здесь нет ни по количеству работ, ни по количеству загружаемых материалов. Единственное ограничение, если мы загружаем что-то свое с компьютера, то вес этого материала не должен превышать 3 мегабайт.
Вот эту волшебную цифру стоит запомнить. Вот. Ну, давайте смотреть. Итак, мы зарегистрировались. Что дальше? Вот личный кабинет, он пока выглядит таким образом. Мы видим, что в личном кабинете есть информация о нас. Мы можем добавить свою аватарку, подключить что-то более подробно про себя, прописать. Нажимаем на значок с карандашика и редактируем свой аккаунт. Вот. Дальше можно здесь заметить, что внутри сервиса есть так называемый элемент социальной сети. То есть вы можете путешествовать по сервису, находить интересные работы и подписываться на их авторов. То есть здесь есть возможность подписаться на кого-либо. Ну и, соответственно, и на вас тоже кто-то может подписаться. Взаимообразно все. Даже если вы только зайдете на сайт сервиса, вы можете уже посмотреть какие-то готовые работы на этом сайте. Давайте я вам ссылку на сам сайт дам сейчас в чат. А вы попутешествуете, посмотрите работы. Для просмотра регистрация не нужна. На главной странице уже есть какие-то примеры работ. Более того, там есть поиск. По поиску вы можете по предмету отсортировать то, что вам нравится. Например, посмотреть только то, что там касается географии, литературы и так далее. Вот. Ну вот, возвращаемся к нашему личному кабинету. Как мы видим, тут существуют две вкладки – карточка и коллекция. В чем суть ресурса? Здесь такая интересная философия. В основе сервиса лежит возможность создавать карточки. В качестве карточки может выступать наш какой-то загруженный документ с компьютера, фотография, видео, аудио и так далее, либо гиперссылка. Либо в качестве карточки можно создать викторину-тест, можно написать статью, можно создать виртуальную доску, и все это будет каждая отдельная карточка. А потом из этих карточек можно создавать уже коллекции. Можно пойти другим путем, начать сразу с создания коллекции, это тоже не возбраняется, но мы давайте пойдем от малых форм, от карточек. Итак, нажимаем на кнопку «Создать», смотрим, что нам предлагает сервис. Вот на сегодняшний момент, они все у меня на слайд не поместились, поверьте мне, их немножко больше, потому что эта лента, она прокручивается еще дальше вправо. Итак, что здесь есть? Ну, мы видим, что здесь есть возможность создавать статьи, тесты, интерактивные рабочие листы, далее виртуальная доска присутствует. И еще, если мы промотаем эту ленту чуть правее, то мы увидим, что там есть возможность добавлять ссылки, аудио, видео, фотографии. То есть мы все-все-все это вот все посмотрим, все, что здесь в ленте есть, я обо всем немножко расскажу. Здесь есть две новинки, сразу забегая вперед, игра и презентация. О них я тоже скажу пару слов, но ближе к концу вебинара. А начнем мы по порядку, начнем мы с создания статьи. Давайте с нее начнем. Как всегда, сейчас я вам накидаю много ссылок в чат, разные статьи. Тут есть одна моя, которая про пироги. А все остальные это я нашла через поиск внутри самого сервиса. То, что мне понравилось. Вот, сейчас проверим. Вроде, да, открывается. Итак, вот так выглядит форма для создания статьи. Если вы когда-то создавали электронные публикации, то, может, знакомая история. Белый чистый лист, на который мы будем наносить тексты, вставлять фотографии, видео и все остальные медиаресурсы. Текст добавляется очень просто. Просто щелкаем внутри мышкой, начинаем писать текст. И если мы его выделим, то откроется дополнительная панель для его редактирования. Вот она. Тут все знакомые инструменты. Мы видим, что можно добавить к тексту гиперссылку, можно изменить шрифт, размер, наклон и тому подобные вещи. То есть как в обычном текстовом редакторе. Он здесь, конечно, немножко более упрощенный, но тем не менее. Можно уже готовый текст вставлять, копировать. Это тоже можно правой клавишей мыши копировать, вставить. Если он у вас уже где-то набран, чтобы не писать его вручную. Дальше. Где брать медиаресурсы и как их подгружать? С правой стороны, если вы заметите, здесь находится вот такой вот тоже список. Он у меня весь на слайд не поместился, а там еще дальше вниз можно прокручивать. Это список того, что можно вставить внутрь статьи. Ну, давайте я на пару интересных вещей обращу внимание. Это прежде всего так называемая вставка. Вот она.
Она позволяет сюда вставлять различного рода медиа-контент по ссылке или по коду для встраивания. Ну, например, видеоролик с YouTube можно добавить по ссылке или по коду, презентацию Genially или вообще, в принципе, что-то из Genially можно вставить. У этого сервиса есть поддержка уже нам знакомых инструментов. Сервиса Genially поддерживает Learning Apps, WordWall, Prezi, Quizlet и DucaPlay. Это из того, что я здесь обнаружила, когда это все просматривала. Вот, пожалуйста, TED-Ed, Loom, еще много-много, тут большой список, YouTube, естественно, много список сервисов, которые поддерживает FlickTube. Как это все делается? Вставляем просто ссылку в верхнее поле, нажимаем Enter, и у нас появляется на экране уже встроенный объект. Таким образом, мы можем добавлять сюда внутрь и видео, и викторины, и презентации вот из этих сервисов. И что касается сервисов, которых нет в списке. Ну, например, я хочу добавить презентацию сервиса Udoba. Я попробовала. Она добавилась, правда, она добавилась в виде такого виджета, на который нажимаешь и переходишь на сайт Udoba, и там ее просматриваешь. Если такой вариант подходит, то тоже можно, собственно, и встраивать и другие ресурсы по ссылке. Это что касается вставки. Дальше. Хорошая кнопка «Загрузка». Она чуть ниже находится. Вот она. Она позволяет загружать свой медиа-контент с компьютера. Самый разнообразный. Фотографии, видеоролики. В формате PDF можно загрузить документы. Вот у меня сейчас на слайде загруженный документ. Это презентация в формате PDF. Она вот таким образом загрузилась. Ее можно пролистывать и просматривать. Может быть, не очень красиво, но тем не менее документ загрузился, с ним все в порядке. Помним, что все это не должно превышать 3 мегабайт. Да. Потому что я столкнулась с такой историей, что я не посмотрела величину, загрузила фотографию, она вставилась отлично, но когда я начала сохранять готовую работу, она исчезла. Просто потому, что она была больше, чем 3. Так что обязательно проверяем это. Ну и дальше разные дополнительные штуки, которые тоже помогут нам украсить статью. Здесь есть библиотека с фотографиями. Вот она, пожалуйста. Есть поиск. Мы можем даже не с компьютера грузить, а найти что-то по поисковику. Здесь вполне себе симпатичная библиотека. Самое замечательное, что здесь все фотографии бесплатные. Дальше. Раздел «Фоны». Это различные текстуры, картинки, которые тоже можно вставлять внутрь статьи. Гифки, эмоджи. Если этот список прокрутить дальше, там мы найдем очень много разных других дополнительных элементов. Гиф-анимацию, смайлики и, ну, и все остальные тоже элементы есть. Видео есть отдельной вкладкой. Если не через вставку, то через вкладку «Видео» тоже можно заглянуть и там найти готовые тоже библиотеку видеороликов. Не знаю, насколько она актуальна, но тем не менее. Здесь есть библиотека и аудиомузыки. То есть, прокручивая вот эту панель инструментов, можно найти себе подходящие материалы и тут же вставить свою работу. И так вот по очереди, шаг за шагом, мы добавляем новые блоки. Они выстраиваются один за другим. Внутри их можно поменять местами, поднять вверх или опустить вниз. И, собственно говоря, это первый наш этап работы. Собираем статью из блоков. Ход работы отмечается вот здесь наверху. Пока мы на первом этапе, который называется «Содержание». Если мы со статьей закончили, все блоки добавили и, в общем-то, все получилось симпатично, нажимаем на кнопку «Далее» и переходим к блоку номер 2, это обложка. Обложка выглядит вот таким образом. Здесь есть два варианта обложки. Если фотография вертикальная, то лучше выбирать такой вариант. Если фотография горизонтальная, то выберем вариант номер 2. Естественно, эту фотографию с птичкой мы меняем через кнопочку «Поменять обложку». После этого нам откроется библиотека фотографий. Если они нам не понравились, мы заходим просто в загрузки и загружаем свою фотографию сюда. Обязательно нужно написать название статьи. Это второй нюанс, с которым я столкнулась.
когда я собирала свою статью. Дело в том, что как только мы переключаемся от одной обложки к другой, ну вот я увидела эту обложку, она мне не понравилась, а вдруг, может, другая получше, нажала на другую, все изменилось. Но название исчезло после смены обложки. Поэтому обязательно следим за тем, чтобы название не исчезло. Если мы сохраним нашу работу без названия, то она не сохранится. Вот такой вот минус, с которым я столкнулась. Я очень долго писала статью, собирала туда фотографии, все вставила, но забыла ее назвать. И нажала на кнопку «Далее», «Сохранить», и в итоге все зависло, и статья моя пропала. Не повторяйте моих ошибок. Обязательно проверяйте, чтобы было название статьи, а еще лучше написать еще какое-нибудь описание, хотя бы пару слов. Продолжаем дальше разговор. Идем в настройки. Настройки здесь стандартные. Мы устанавливаем видимость. Что это значит? Это значит, что вы можете просто сохранить у себя эту статью в черновиках, и вы ее увидите только самостоятельно. Либо сразу открыть для всех желающих, для всех читателей. Устанавливаем видимость всем. Дальше мы можем разрешить копировать свою работу другим пользователям и сохранять себе свой собственный аккаунт. Ну, вдруг у вас такая замечательная статья, вы хотите, чтобы все ее себе сохранили и пользовались. Пожалуйста, можно разрешить копирование. Дальше. Лучше выставить тематику. Есть небольшой список, там различные предметы учебные, биология, география, русский, литература и так далее. Выбираем подходящий, и можно даже теги прописать. Я, напуганная печальным опытом исчезновения статьи, заполнила все поля и тематику, и теги поставила. И единственное, чего здесь нет в этом сервисе, это нет автосохранения. Поэтому будьте очень аккуратны. Не дай бог закрыть вкладку, не нажав на кнопку «Создать», и все, статья пропадет. Это очень грустно. Вот этой опции здесь не хватает внутри этого сервиса. Как я сделала, чтобы сохранить статью в черновике, на всякий случай? Я установила видимость только себе и после этого нажала на кнопку «Создать». И у меня статья тут же моментально оказалась в моем личном кабинете в формате черновика. После этого я зашла внутрь статьи и изменила просто настройку, переключила на «Видно всем». После этого эту статью могли уже увидеть все по ссылке. Ну и, собственно, я была избавлена от того, чтобы рисковать содержимым своей статьи. Потому что, да, к сожалению, бывает такая вот вещь, может быть, низкая скорость интернета, может, какие-то проблемы, но не получается, и все, и черновик пропадает, и очень все это грустно. Вот. Поэтому вот такой маленький лайфхак, если хотите, можете его запомнить, взять на вооружение. После того, как мы все это создали, нужно обязательно нажать на кнопку «Создать». Обязательно не уходите без этого. И ждем какое-то время, статья будет генерироваться. Там побегут такие синие полосочки. Синяя полосочка одна, точнее. Ну и все, после этого вы попадете обратно в свой личный кабинет и сможете этой статьей поделиться. О том, как получать ссылки, я уже расскажу в конце вебинара, уже относительно всех видов контента, потому что поделиться статьей там вообще очень просто все. Буквально пару кликов. Итак, вот, собственно, все, что я хотела сказать о статьях. Давайте посмотрим, что тут еще есть интересненького. Наверное, самое интересное – это все-таки здесь тесты и викторины, потому что они, наверное, на мой взгляд, наиболее хорошо проработаны. Здесь огромное количество вопросов, которые можно вставить внутрь викторины. Ну вот, пожалуйста, несколько вариантов. Сопоставить текст и картинку, найти пару, заполнить пропуски, расставить по порядку. Есть, конечно же, и классическая викторина с выбором вопросов. То есть здесь огромное количество всего. Я походила, понажимала на разные кнопочки. Вот результаты изысканий тут в одной из моих викторин, они присутствуют, та, которая про кошечек. Вот это мое творчество. Не помню, дала я эту ссылку. Ну, в общем, где-то тут есть и мое. Итак, ну, давайте смотреть, что здесь можно сделать с тестами. Начало работы точно такое же. Мы заходим, выбираем «Создать карточку», выбираем вариант карточки «Тест» и дальше приступаем к созданию вопросов.
Я пробегусь кратко по всем видам вопросов, чтобы вы имели представление о том, как здесь все работает. Вот первый вариант, это вопрос называется «Выбрать верный ответ». Это классический вариант викторины, когда мы задаем вопрос, и нужно несколько вариантов дать, отметить, какой из них правильный. И дополнительно, как мы видим, можно сюда подгружать картинки. И к вопросу, и к ответу их можно добавить с компьютера или из библиотеки сервиса. Вот. Вопросов, вернее, вариантов ответов может быть больше, не три, а еще добавить столько, сколько необходимо. После того, как вопрос создан, вверху вы увидите такой значок с глазиком. Это означает, что можно посмотреть, как будет выглядеть готовый вариант. Вот. Если все хорошо и красиво, нажимаем на значок «плюс». Переходим к следующему типу вопросов. Вот создавать вопросы здесь достаточно просто, буквально несколько кликов, и все готово. Давайте посмотрим еще. Это у нас вариант «Вписать верный ответ». Что это такое? Это когда у нас дается какой-то текст или какой-то вопрос, и нам нужно впустую в поле вписать с клавиатуры правильный вариант ответа. Как это делается? Открываем вопрос, который называется «Вписать верный ответ». У нас появляется текстовое поле. Здесь у нас есть небольшая подсказка. Нам нужно написать какое-то предложение и установить в нем пропуск. Как это делается? Я написала вопрос, кто автор романа «Преступление и наказание». На следующей страничке написала правильный ответ, вернее, на следующей строчке. Вот. И дальше мне нужно, вот вместо чтобы слово «Достоевский», там стоял пропуск. Куда нужно будет это слово вписывать. Я его выделяю. Появляется у меня панель с инструментами, и я выбираю вот эту вот штуку, она называется пропуск. Щелкаю по ней. Достоевский у меня исчезает, вместо него появляется пустое поле. Собственно, вот вопрос готов. Дополнительно к нему мы увидим, что можно добавить разные эмоджи, стикеры, картинки и видеоролики. Вот, так что мы можем украсить свой вопрос. Пропусков может быть несколько. Вы можете не один пропуск создать, а добавить туда целую серию разных вопросов и текстов и установить там пропуски внутри этого массива. Разновидность вопроса. Там тоже все с пропусками, но немножко по-другому. Вот, собственно, как у меня будет готовый вариант выглядеть. Дополнительно мы можем сюда подгрузить еще картинку. Картинку, я так поняла, что она здесь воспринимается как подсказка. Вот у меня поле вместо слова «Достоевский», которое должно быть. И если я щелкаю по этому полю, вот появляется значок с картинкой. Я ее загружаю с компьютера, либо добавляю из библиотеки. Вот, загрузила я портрет Достоевского, и он у меня будет в качестве подсказки. Вот. Он будет появляться в этом пустом поле. Вот Достоевского не будет, будет просто пустое поле и изображение автора. Вот такая вот маленькая подсказочка здесь может быть. Идем дальше. Разновидность этого теста – это заполнить пропуск. Здесь такая же история. Пишем какой-то массив текста, пишем какой-то вопрос, выделяем правильный ответ как в виде пропуска, добавляем фотографии, картинки, видео, все, что нужно. Но этот вопрос у нас будет посложнее, потому что участник у нас будет не вписывать с клавиатуры, а ему будет предложен вариант ответа, по которому он должен щелкнуть и вставить этот вариант вместо пропуска. Поэтому здесь еще предполагается, что мы набросаем какие-то неверные варианты, и участник будет выбирать. И у него будет, допустим, какой-то текст, и нужно будет вставить одно слово в этот текст, а внизу будет целый массив неправильных вариантов, или, и один из них будет правильный, из которых нужно выбрать. Вот. Тот же самый пропуск, но уже обыгран немножко по-другому, вот с такой вариацией. К пропуску тоже можно загрузить картинку как подсказку. Третий вариант с пропусками называется «Выбрать из списка». Тоже массив текста, тоже выделяем какое-то слово. Ну вот у меня, например, правильный ответ будет «Ленинградская область». Я могу добавить картинку сюда, ну, может быть, карту Ленинградской области картинкой загрузить. Вот. И плюс, как только я добавила пропуск, мне предлагают еще написать несколько вариантов. То есть при выполнении этого задания участник получит в виде выпадающего списка много вариантов, из которых нужно ему будет правильный
по-правильному щелкнуть и проверить себя. Вот. Я напомню, что все эти вопросы мы можем вставлять в одну викторину. То есть у нас совершенно разные могут быть вопросы внутри одного теста. Продолжаем. Немножко отвлечемся от пропусков, посмотрим задание с картинками. Задание называется «Сопоставить с картинками». Как здесь все работает? Загружаем столько, сколько нужно нам картинок. Вот, я 3 загрузила. Далее, каждую картинку я подписываю, что есть что. Сервис, естественно, перемешает все, вернее, как он выдаст просто картинки без подписей, а внизу даст варианты, из которых нужно будет выбрать. Щелкнуть по правильному варианту, чтобы он оказался под картинкой. Такая история. Естественно, для усложнения задачи нам нужно добавить еще несколько неверных вариантов. Добавляются они вот здесь внизу через кнопочку «плюсик», столько, сколько захотим. Ну и задачка будет соотносить картинку и текст. Еще одна игра на соответствие – «Собери пару». Ну, знакомая история, такие игры очень в большом количестве сервисов существуют. Нам нужно собрать пару. Ну, допустим, автор произведения и само произведение. Собираем из них парочку. Мы выставляем пары в правильном варианте. Дополнительно мы можем подгрузить каждому ответу картинку. Пар может быть несколько. Одна, две, три и столько, сколько посчитаем нужным. Через значок «плюсик» добавляем. Меня заинтересовал вот этот значок, который плюсик сбоку, что бы это значило. А это еще более усложняет игру. То есть, если мы нажмем на него, то мы будем уже собирать не пары, а тройки. То есть, у нас уже появятся 3 категории. Ну, допустим, у нас произведение, автор, название произведения и герой из этого произведения. И вот таким образом уже надо будет собрать трио. Ну, естественно, плюсик никуда не исчез, мы можем и четверки собирать, еще более усложнить работу. Поэтому игра у нас уже будет не «Найди пару», а что-то посложнее. Вот такое интересное, вроде, казалось бы, мелочь, а интересно, необычно. У других сервисов вроде и нет такого. Так что это тоже привлекает внимание. Сортировка по группам. Это что за зверь? Здесь нам нужно создать 2 группы. Ну, хищники травоядные, допустим, у меня так. Далее, внутрь каждой группы мы помещаем список слов, которые к ней относятся. Вот, например, такой списочек и такой списочек. Столько, сколько посчитали нужным, добавили через значок «плюс». Естественно, можно добавлять картинки и к вопросу, и к вариантам ответов. Можно добавить картинки для красоты. Ну и, собственно, все. На этом сервис перемешает у нас все эти слова, оставит пустые столбики, и в эти столбики нужно будет распределять вот этих самых животных по столбикам, по категориям. Дальше. Еще одно задание. Расставить по порядку. Оно тоже предельно простое. Придумываем задание, загружаем картинку, если нужно, а также в правильном порядке расставляем какие-то слова. Может быть, по хронологии, может быть, там еще по какому-то порядку. Ну, в общем, вот я их выстроила. В итоге сервис все равно все перемешает и сделает как надо. А участники будут менять местами и будут создавать правильную хронологию событий. Перешли мы к играм с буквами. Что у нас с буквами и со словами? Ну, задача такая – собрать в верном порядке. Мы записываем какую-то строчку из текста, может быть, стихотворение, может быть, пословицу, может быть, все что угодно. Каждое слово в отдельный кубик, в отдельный вот прямоугольничек. Далее. Сервис, естественно, все эти слова перемешает, и нужно будет из них собрать правильный вариант. Для усложнения задачи мы можем накидать еще неправильных вариантов, которые нельзя будет использовать в задании. Вот, это для усложнения задачи. Каждому слову еще можно добавить картинку, и тогда вообще будет красота. И анаграммы. Собираем слова из букв. Казалось бы, что здесь может быть сложного? Написал слово. Сервис все перемешает, и все, готово задание. Но опять-таки здесь есть вариант, что можно добавить неправильные буквы, которые нельзя будет использовать. Вписываем их внизу, вот в эти пустые поля,
и усложняем тем самым задачу игрокам. К буквам тоже можно прикреплять картинки, правда, я не поняла, какие именно картинки к ним можно добавить, но тем не менее можно анаграмму раскрасить еще и разными картинками. Если говорить о вопросах, то вот мы, собственно, список, перечень исчерпали основных вопросов. Здесь есть еще возможность добавлять внутрь викторины так называемый текстовый редактор. Что это такое? Это, по сути, мы внутрь викторины вставляем статью. Про статью я вам уже до этого рассказывала. Как это работает? Выбираем вариант текстовый редактор. У нас открывается знакомое нам пустое поле, в которое мы начинаем вставлять картинки и тексты. Для чего нужен такой редактор внутри викторины? Ну, например, вы какую-то подсказку хотите написать или какую-то дополнительную информацию по теме сообщить. Может быть, подсказать, дополнить, расширить, углубить знания по предмету. В общем, тут можно много разных вариаций накидать, но тем не менее такая возможность есть. Выбираем текстовый редактор, пишем маленькую статейку и добавляем внутрь викторины. Все вопросики будут внизу на ленте. Я обрезала эту ленту, на самом деле вот здесь внизу все вопросы, которые мы создали, они все будут по порядку здесь выстраиваться. А вот здесь я хочу обратить внимание на значок с глазиком. Вот. Это для предварительного просмотра. Можно просмотреть сразу всю викторину, а можно отдельный какой-то вопрос, если вы в нем сомневаетесь, как он выглядит. И еще интересное. Еще внутрь викторины можно вставить так называемые диалоги. Называется это красивым словом storytelling. Про storytelling я рассказывала на прошлом вебинаре. Ну, по сути, это такая история. Здесь она, конечно, упрощенная, эта самая история. Это просто диалог между парочкой персонажей, может быть, не парочкой, может быть, и больше. В эти диалоги нужно вставлять слова, вписывать правильные ответы или выставлять реплики в диалоге по порядку. Четыре варианта. То есть можно немножко разнообразить свою викторину, превратить ее в такую диалоговую историю. Кратенько тоже посмотрим, что это за диалоги такие. Ну вот диалог «Заполни пропуск». Да? У нас два персонажа есть, у них должны быть аватарки. Аватарки грузим с компьютера или выбираем тут из библиотеки. Я супергероев туда вставила, просто для примера. Итак, первый персонаж у нас задает вопрос. А второй персонаж должен ответить. Вот на место этого ответа мы вставляем уже нам знакомый пропуск, добавляем неправильные варианты, если хотим. Ну и, в общем, на этом все. Вопрос у нас готов, диалог готов. Мы его можем, естественно, продлить и дальше. Вот эти две героини у меня могут продолжать и дальше общаться. Она опять может спросить, там, как пишется какое-то другое слово, а участница номер два ей, соответственно, ответит. И то же самое история. Пишем правильный ответ, делаем на его месте пропуск и добавляем неправильные варианты, если нужно. Таким образом. Мы тут видим еще значок с таким вот с микрофончиком. Это означает, что мы можем загрузить озвучку вот этих диалоговых реплик. Мы можем их заранее записать и загрузить с компьютера сюда, внутрь сервиса. И они у нас будут по-настоящему разговаривать в виде звуков. Так что тоже вариант. Ну и дополнительно сюда, естественно, можно ставить картинки, эмоджи, смайлики и видеоролики. Вдруг захочется, такая опция есть. Вот так работает создание диалогов. Диалог «Вписать верный ответ» – примерно такая же история, только он у меня теперь здесь выглядит не как диалог, а просто как какой-то рассказ. Просто я выставила, допустим, даты, сделала на их основе пропуски, и нужно будет просто вписывать эти самые даты в установленные мной пропуски. Можно это сделать опять как диалог. Один спрашивает, второй отвечает. А можно сделать вот от лица одного героя. Я попробовала, получилось вот так. То же самое можно добавлять разные виды медиа и загружать озвучку. Далее, диалог выбрать из списка. Ну, мы уже разбирали этот вариант. Что у нас? Опять составляем какой-то диалог. Вопрос-ответ, делаем пропуск и добавляем дополнительные варианты, из которых надо будет выбирать. Все очень просто. Ну и плюс разные медиа и озвучки. Ну и самое простейшее – это расставить по порядку.
Опять-таки, загружаем аватарки. Вот здесь у меня почему-то с аватарками не вышло. Не захотели они загружаться. Я так не поняла, в чем суть. Ну, по идее, должны загружаться. Это, наверное, с моим интернетом что-то не то было. Загружаем аватарки, диалоги, и пишем в нужном порядке реплики. Я просто какой-то условный диалог написала. Он ни разу не учебный, но тем не менее. Вот. Сервис, естественно, все перемешает, а задача участников – восстановить эти реплики в правильном порядке. Вот такая история. Вот. Подводя итоги, это мы с вами посмотрели все варианты вопросов. Вопросов много, разные типы, разные возможности. Очень много интересных находок. Например, из пары сделать тройку, добавить неправильные варианты, чтобы участнику еще более усложнить задачу. В общем, есть интересные штучки, которые мне здесь понравились. Далее, после того, как мы создали вопросы, нажимаем на кнопку «Далее» и переходим к обложке. Обложки здесь создаются одинаковым образом у всех, чтобы мы не создавали тест, статью и так далее. То есть обложка будет тоже с птичкой. Меняем название, добавляем описание и переходим к настройкам. Вот настройки у викторин здесь очень-очень подробные. Посмотрите, какие замечательные. Мы можем сразу установить видимость. Только вам видно или всем вокруг. И далее учителям полезная опция, имя это называется. Мы можем заставить учащихся, ну, кто у нас будет тест этот решать, обязательно представляться. Это нам нужно для статистики. Мы потом таким образом можем в личном кабинете отсматривать статистику. Можно оставить опцию «не обязательно». В конце теста участнику предложат представиться, но если он не захочет, он может этого и не делать. Такой вариант. Дальше. Показывать ли правильные ответы к тесту? Ну, опять-таки, на ваше усмотрение. Хотите, показывайте, не хотите, можно скрыть. Дальше. Доска лидеров. Что это такое? Дело в том, что когда очень много человек, ну, больше, чем один, больше, чем два, решают тест, то появляется так называемая доска лидеров. За каждый правильный ответ назначается один балл. Вот. И по количеству набранных баллов выстраивается такой рейтинг. Доску лидеров можно увидеть в самом начале викторины. Если вы по ссылке перейдете, вы эту доску увидите с левой стороны. Точно так же, если вы создаете этот тест, вы ту же самую доску сможете увидеть тоже слева, но вам доступны более подробные настройки. Вы ее сможете открыть и посмотреть, кто сколько баллов набрал, кто на сколько вопросов ответил и так далее. Такая полезная штука. Дальше, опять-таки, мы можем разрешить копировать нашу викторину, вдруг кому-то понравится. Можем установить количество жизней. Это значит, что количество попыток, которые можно предпринять, когда отвечаешь на этот тест. Максимальное количество 5 попыток. Либо, если мы пропустим, то значит, можно неограниченное количество раз проходить один и тот же тест, от этого ничего не зависит. Мы можем подключить таймер. Вот это хорошая опция, потому что таймеры, если в каких-то сервисах и есть, то они в основном платные. Здесь возможность подключить таймер предоставляется бесплатно, и мы можем даже на прохождение викторины установить какое-то количество времени. Дальше, выставляем тематику. Предмет, ну и пишем ключевые слова, теги. Дальше нажимаем на кнопку «Создать» и ждем, когда наша викторина сгенерируется. Викторина, кстати, здесь генерируется быстрее, чем статьи. И она у вас появляется в личном кабинете. После этого можно делиться ссылкой и ее публиковать где-либо. Но перед тем, как нажать на кнопку «Создать», я хочу еще обратить внимание на несколько интересных штучек, которые здесь появились в плане оформления. С левой стороны вы их можете найти. Вот. Это дополнительные опции, которые помогут сделать викторину интереснее. Во-первых, здесь можно выбрать тему оформления. Вот такая вот красота здесь присутствует. Можем выбрать любую тему оформления и сразу посмотреть, как это отразится на викторине. Мы можем применить определенную тему к каждому вопросу, либо сделать общую для всех вопросов. Темы здесь разные, есть цветные, есть интерактивные. Интерактивные – это маленькая анимация, там облачка плывут по небу, вот такая история. Далее, палитра позволяет у нас просто фон поменять, уже без вот этой красоты просто изменить фон. Далее здесь есть значок с лампочкой, значок вот с этой доской. Лампочка дает подсказки. Каждому вопросу мы можем добавить подсказку. И плюс добавить объяснение. Подсказка – это просто там какой-то
текст небольшой, ну, пара слов, скажем так, да. А объяснение, это уже открывается такое окошко с более подробным объяснением материала, где найти информацию, там, что по этой теме сказал тот-то и тот-то. Вот такая тоже дополнительная опция есть. Так что переходим по этим кнопочкам с левой стороны. И таким образом мы можем викторину сделать еще интереснее, дополнить ее дополнительной информацией. Поэтому я считаю, что именно вот как раз, что касается тестов и викторин, здесь очень все продумано и довольно интересно устроено. Далее, переходим к онлайн-доске. Это что-то новенькое в этом сервисе. Давайте я вам скину ссылку на виртуальную доску. Нашла ее по поиску. Вот. Она уже вышла из режима бета-тестирования, так что, в общем, это уже готовый, наверное, инструмент. В чем суть инструмента? По сути, это, если проще говорить, это такой слайд презентации. Белое пустое поле, оно, правда, по-моему, бесконечное, его можно влево-вправо крутить. И на этом белом пустом поле мы можем размещать разный контент. Тексты, картинки, видеоролики, что-то загружать с компьютера и так далее. Как здесь все работает? Здесь открывается просто белое поле. Вверху вот такой набор инструментиков, которые помогают вставлять разные объекты. Линии, квадратики, стрелочки. Можно рисовать на доске, писать тексты, стирать то, что не понравилось, разные фигурки, формы добавлять. Далее, на эту доску можно разместить викторину. Нажимаем на вот этот значок АБ, открывается конструктор для создания викторин, о котором мы буквально минут 5 назад говорили. Вот. И вы тут же, не отходя от экрана, создаете викторину, она тоже у нас сохраняется на нашей виртуальной доске. Вот этот значок загрузка означает, что мы можем свой контент добавить с компьютера, а вот этот значок означает, что мы можем из интернета по ссылке что-то сюда добавить. Например, видео с YouTube, презентацию Prezi. Ну, я уже в самом начале вебинара озвучила, с какими сервисами интегрируется. Все можно посмотреть. Дополнительно с правой стороны все те же поля остаются, как в предыдущих сервисах. Там будут вот эти вот знакомые нам истории вставки, загрузки, фото. То есть мы можем брать что-то вот из этой панели наверху, а можем вообще взять и отсюда. Это примерно дублирующие друг у друга панели. Вот, например, я открыла вставку, вставила сюда ссылку, нажала, и у меня вот появился видеоролик на моей виртуальной доске. Дальше. Нажала в меню «Загрузка», загрузила картинку, и она у меня тоже появилась. Мы можем за уголки, потянув, поменять размер, увеличить шрифт, размер, сделать заливку, например, фона, и таким образом создать вот такой плакат. Все-таки это больше похоже на плакат, а не на виртуальную доску, потому что мы привыкли к тому, что виртуальная доска предполагает совместную работу. То есть сюда можно добавить еще другим пользователям свой контент, то есть какую-то совместную деятельность организовать. К сожалению, здесь вы работаете в одиночку, но я думаю, что это в планах у сервиса. Раз они заявили это как онлайн-доску, наверное, они что-то такое планируют для совместной работы. Да, вот спасибо за подсказку. Я только хотела сказать, что еще можно как интеллект-карту здесь рисовать. Да, все верно. Здесь есть стрелочки, вот, которые позволяют нарисовать интеллект-карту, какую-то структурную схему, соединить вот эти элементы. Не просто они у меня в рядочек будут стоять, а я их какими-то стрелочками соединю и какую-то структуру создам. То есть, по сути, да, ментальная карта получится. Вот таким образом это можно использовать в работе. Я тут нашла лазерную указку, но я так и не поняла. Если вы работали с этим инструментом, скажите мне, для чего лазерная указка и как я могу ей пользоваться, если я работаю в одиночку? Ну, не очень понятно. Может быть, это для каких-то конференций, если открывать в окне конференции эту доску и по ней работать лазерной указкой. Может быть, так. Ну, в общем, мне кажется, что этот инструмент будет развиваться.
То есть указка там не просто так существует. К сожалению, с выгрузкой здесь вообще никак. Никакую статью, никакую доску выгрузить отсюда нельзя. Здесь просто нет такой кнопочки для загрузки. Вот, может быть, в планах, опять-таки, этот инструмент появился совсем-совсем недавно, вот совсем свеженький. Может быть, в планах появится возможность, потому что здесь постоянно все меняется. Я вот в прошлом году заходила, здесь вообще другой интерфейс стал. Тут очень много чего изменилось, новые вопросы появились. Так что периодически сюда надо заглядывать и смотреть, что поменялось. Можно подписаться на группу ВКонтакте у этого сервиса, есть группа своя. Можно там позадавать разные хитрые вопросы, и они вам уже более авторитетно ответят на все затруднения. Потому что, да, иногда затруднения возникают, увы и ах, все сервисы несовершенны, здесь тоже иногда бывают минусы, но о них чуть позже. Вот такой интересный инструмент доска. Если очень хочется ее скачать каким-то образом, то можно скриншот экрана сделать. Это вот максимум, что я могу предложить. Но если там какой-то интерактив будет, видео, там, викторина, то они, конечно, будут нерабочие. А если у вас просто интеллект-карта здесь нарисована со стрелочками и картинками, то можно как скриншот сделать. Да, вариант только делиться по ссылке. Скачивание здесь не предусмотрено в этом сервисе. Ну, продолжаем. Что здесь еще есть хорошего и интересного? Здесь, как только мы что-то добавляем, у нас возникает значок палитра, который позволяет там, сделать заливку, поэкспериментировать. Допустим, что там можно сделать. Ну, текст изменить, цвет. Вот такая история. Так что на значок с палитрой обращаем внимание для дополнительной настройки. Вот. Да, согласна, сервис интересный. Очень много всего интересного, необычного, познавательного. Я сама с удовольствием погрузилась в глубины этого сервиса. Мне понравилось в целом. Да, и в Телеграме уже появилось. Ну, отлично. Можно и на Телеграм подписаться, если что. Дальше. И вот я хочу поговорить теперь уже о недостатках, скажем так. Совсем недавно, вот буквально я... Последний раз сюда заходила в феврале, сейчас зашла в марте, и появились два новых интерактива. Это возможность создания презентации и возможность создания настольной игры. Ну, как вы думаете, по каким стопам пошли создатели сервиса? Мне кажется, они вдохновились сервисом Genially, потому что они очень много из него позаимствовали. Сразу скажу, что хотя они написаны как новинки, но они... находится, я так понимаю, в составе бета-тестирования. И я вам даже не могу подарить ссылку, потому что я сегодня очень долго создавала презентацию, и в итоге эта ссылка не работает. То есть дальше первого слайда вы по этой ссылке не продвинетесь. Но если хотите, вот попробуйте. Но у меня не получилось ни на одном браузере, она у меня не открылась. Только первый слайд и все. А у меня там было 7 слайдов, тем не менее. Я пару слов расскажу о том, что это за инструмент. Мне кажется, его-то работают. Ну, естественно, в таком виде его нельзя оставлять, потому что здесь очень интересные взяты такие опции, которые, ну, в общем, можно использовать в работе. Итак, что такое здесь презентация? Это, по сути, та же виртуальная доска, только поделенная на слайды. Мы открываем белый лист, белый слайд, на который начинаем добавлять контент. Панель инструментов такая же, как и у виртуальной доски, если вы обратите внимание, все те же кнопки, все те же возможности рисовать, вставлять фигуры, писать и добавлять викторины. И с правой стороны еще много чего можно сюда загрузить внутрь слайда каждого. Новый слайд добавляется значком плюсик. Вот этот значок, то есть количество слайдов любое можно. Дополнительно можно дублировать слайды, копировать, все как в стандартных сервисах для создания презентации. На что я обратила внимание? Как только загружаешь какой-то элемент, вот, например, картинку, появляются вот такие вот значочки вверху, которые мне до боли напомнили значочки из сервиса Genially. Если вы там работали, то, наверное, со мной согласитесь. Вот такой интерактивный пальчик и вот такая падающая комета. Они взяты просто из Genially 100%. Палитра позволяет раскрашивать, да, там разную цветовую палитру выбрать, это понятно.
Вот этот значок с пальчиком предполагает добавление интерактива. То есть получается, что при нажатии на эту картинку должно какое-то действие происходить. Тут есть этот список действий, но он, к сожалению, не рабочий. Я попробовала. Ни одно действие у меня не получилось. Вернее, как будто бы оно прикрепилось, но оно не рабочее. Вот. Мне кажется, что создатели просто загрузили эту оболочку и пока внутри нее работают. Поэтому пока не сказать, что это прямо рабочий инструмент, но тем не менее интересная идея. Поскольку вот этот интерактив позволяет, например, при нажатии на картинки открывать, допустим, переходить на другой слайд, открывать фотографию, переходить на какой-то веб-ресурс и так далее. Так что вот, я думаю, что они вдохновляли и Genially. Ну и комета падающая, да, это все тоже из Genially. Это анимация. Вот анимация у меня получилась. У меня даже, если вы откроете первый слайд, у меня там собачки выпрыгивают на слайд. Так что вот, выделяем объект, нажимаем на значок с кометой, выбираем, вот они. Не так много здесь эффектов, но тем не менее. Посмотрите, они все те же, как и в Genially. То есть на появление, на исчезание, на клик, на наведение мышки. Так что вот. Много общего я увидела. Ну, вообще, наверное, идея хорошая, да, создать такой ресурс на русском языке, который повторяет некоторые возможности Genially, потому что Genially не всем нравится из-за английского языка, там сложно, непонятно. Вот, пожалуйста, тут разрабатывается на наших глазах аналог этого сервиса на русском языке. Ну, аналог не аналог, но, тем не менее, что-то похожее есть. Так что предлагаю следить за этим инструментом и смотреть, как он поменяется. Задатки впечатляющие. И не стала я уже делать отдельный слайд. Здесь есть еще возможность для создания настольной игры. Тоже взята из Genially. И там такая же история, тоже слайды, на которые рисуешь клеточки, там, по которым надо ходить. При интерактивном нажатии что-то должно открываться и нажиматься. Ну, в общем, тоже пока в рабочем состоянии, в недоделанном. Будем ждать, когда появятся новые интересные возможности. Радует, что сервис развивается. Ну и в заключение я буквально несколько слов расскажу о цифровых коллекциях, потому что сервис позволяет вставлять, кроме викторин и разных виртуальных досок и статей, здесь можно просто оформлять карточку отдельно, создавать карточку на ссылку, на документ, на видео и так далее. Для чего это нужно? А потом из этих карточек можно создать коллекцию. Например, коллекцию веб-ресурсов полезных. Ну, мы же создаем такие коллекции. Вот, пожалуйста, можно создать карточку, ссылку. Вот, пожалуйста, я просто вставила ссылку на видео с Ютуба, оно у меня очень красиво сразу же отобразилось. Я ее сохранила как карточку, а потом я из этих карточек с видеороликами создам свою коллекцию. Вот. Что еще здесь есть? Здесь можно загрузить документы с компьютера, например, какие-то полезные презентации, и сделать из них коллекцию, из этих документов. Вот я попробовала такую презентацию загрузить. Через меню загрузки. Все то же меню, оно с правой стороны, и ничего не поменялось. Далее, можно сделать карточкой фотографий, создать коллекцию фотографий, например. Ну, это редко где встречается, но тем не менее, вдруг у вас какие-то полезные фотографии есть, из которых тоже можно собрать цифровую коллекцию. Аудио. Аудио можно взять из библиотеки, по поиску что-то найти, но можно загрузить с компьютера. Аудиофайл не должен превышать более чем 3 мегабайта. Каждому аудиофайлу можно загрузить красивую обложку, дать описание. И вот так красиво можно оформить и создать такой аудиоальбом для каких-то вот целей своих. Дальше. То же самое касается и видеороликов. Я попробовала с компьютера загрузить. Как вы видите, все отлично загрузилось. И точно так же я могу из этих маленьких своих видеороликов тоже создать такой цифровую коллекцию. По сути, курс. Видеокурс, например, какой-нибудь, записать себя любимую, там какие-нибудь сделать мастер-классы, видеоролики, создать цифровую коллекцию таких мастер-классов. Почему бы нет? Вот. И еще один хороший, полезный инструмент – это создание интерактивных листов. Рабочие интерактивные листы. Больше, конечно, с этим имеют дело учителя и преподаватели, но библиотекаря, может быть, тоже будет любопытно. Вот я парочку листов нашла про повесть «Шинель» и про пьесу «Гроза».
Ссылки в чат добавила. Как здесь все работает? Здесь все уже нам знакомое. По сути, это как статья. Мы пишем текст, вставляем с правой стороны кнопочки для добавления разных медиа. Здесь кнопочки для оформления, выбрать тему, палитру, настройки, заливки, фоны и так далее, чтобы все было красиво. И таким образом мы можем вот такую длинную статью написать, добавить туда внутрь разные объекты. И в том числе викторины можно вставить. Викторин с правой стороны нет, но их можно добавить через кнопку «Добавить блок», если мы хотим сюда внутрь добавить какую-нибудь викторину. Вот, пожалуйста, я нажала на эту кнопку, открывается. Вот они все наши викторины, о которых я уже говорила. Викторины создаются прямо здесь и сейчас, внутри рабочего листа. То есть их заранее создавать не нужно. Мы открываем интерактивный лист, создаем внутри викторину, она тут же встраивается в этот лист, и мы переходим дальше. По сути, интерактивный лист – это чередование текстовой информации, каких-то заданий, викторин, гиперссылок, полезных каких-то ресурсов по теме. Ну, в общем, все, что позволяет проверить знания учащихся и дать им какую-то полезную информацию. Ну, по сути, да, лонгрид, но с дополнительными интерактивными заданиями, вот викторинами в частности. Такая вот история. Дополнительно, я уже сказала, можно приукрасить наш лонгрид. Я вот тут попробовала разные красивости. Вот такая тема, например, есть. Почему нет? Можно ночной город сделать. Все это делается с левой стороны. И таким образом можно не на белом фоне сделать, а что-нибудь красивенькое выбрать для своего интерактивного листа. Ну и самое последнее осталось рассказать, как вот из всех этих карточек собрать коллекцию. Переходим во вкладку «Коллекции». Допустим, у нас есть много карточек. Мы создали интерактивный лист, мы загрузили какие-то видеоролики, мы создали статью, написали. В общем, много всего мы создали и хотим теперь это все в одну папку собрать и сделать из этого коллекцию. Переходим во вкладку «Коллекции», нажимаем на кнопку «Создать». Нам сразу предлагают ее красиво оформить, выбрать картиночку, дать описание, написать название коллекции и так далее. Дальше, как мы видим наверху, настройки идут. Мы можем коллекцию сделать для себя любимого. Ну, допустим, мы собрали какие-то полезные веб-ресурсы и вот держим их в своей норке. Можно и так. Тогда мы закрываем от всех, а можем сразу открыть. Вот, пожалуйста, видно всем, видно только вам. Тематика, теги, ну, все знакомая нам история, это настройки. Нажимаем «Создать». Все, коллекция создана, правда, она пока пустая, в ней 0 карточек и 0 разделов. Вот. Далее нам нужно внутри этой коллекции создать карточки, либо добавить уже готовые. Если у нас пока ничего не создано, и мы хотим прямо вот в процессе создания карточек, то тогда открываем коллекцию, внизу нажимаем на кнопку «Создать» и начинаем в нее создавать карточки, прямо по ходу. Если карточки у нас уже созданы, то мы к ним переходим. Ну, кстати, можно добавить не только карточку, но и раздел. Раздел внутри коллекции – это коллекция внутри коллекции, назовем это так. То есть это еще более систематизированная, более дробная информация и тому подобное. Что значит прогресс на предыдущем слайде? А что у нас там на предыдущем слайде? Что-то я тут прогресса не увидела. Подскажите, где прогресс, я не поняла немножко, на каком слайде и где должен быть прогресс. Вроде здесь у меня нигде этого слова не было. Вот. Так что можно внутри коллекции еще делать несколько разделов и туда карточки добавлять. После видимости. Прогресс, понятно. Включить и выключить. Когда вашу коллекцию будут просматривать участники, то вы можете подключить опцию «Прогресс», тогда участники будут видеть, сколько они материалов из вашей коллекции уже просмотрели. Вот. Если это вам нужно, например, вы учебный курс создали, туда загрузили много материалов, и участник будет видеть свой прогресс, сколько процентов он из всех этих материалов уже изучил. Вот это для, я думаю, для учебного курса хорошо подойдет. Давайте я дам пару ссылок на интересные коллекции. Я их прямо нашла на главной странице. Они довольно интересно оформлены, красиво. Давайте полюбуемся на них. Вот, пожалуйста.
Если мы, у нас карточки уже созданы, если вот мы в своем личном кабинете уже что-то создали, вот, это, кстати, раздел так создается, если что. Оставил этот слайд без комментариев, потому что здесь так все понятно. Подписываем раздел, даем ему описание. Вот. Если у нас уже вот создано, у меня три карточки было создано в моем личном кабинете, я их хочу добавить в какую-то цифровую коллекцию. Я открываю список этих карточек, нажимаю на значок с тремя точками вот здесь вверху и выбираю опцию «Добавить в коллекцию». У меня откроется список уже созданных моих коллекций, я выбираю просто нужную. И она тут же, эта карточка, перескакивает туда, куда надо. Если у нас внутри коллекции есть еще и разделы, то у меня дополнительно спросят, а в какой именно раздел вы хотите? И, соответственно, я еще и в раздел могу ее добавить. Таким образом, мы рассортировываем все наши карточки по нужным нам цифровым коллекциям и получаем красоту на выходе. Вот. Так что хороший очень инструмент для собрания разных полезных материалов, создания онлайн-курсов, может быть. В общем, вы можете самостоятельно придумать, для чего его использовать. Очень хорошая вещь. Вот. Осталось последнее. Где брать ссылки, собственно. Мы уже выяснили, что скачать нельзя, но можно скопировать ссылку. К сожалению, встраивать это тоже никуда нельзя. На сайты, в блоге тут нет кода для встройки, есть просто ссылка. Открываем карточку или коллекцию, внизу ищем вот такой вот значок со стрелочкой. Это означает скопировать ссылку. Можно поделиться сразу в Telegram. А можно просто скопировать ссылку и уже рассылать ее по почте или своим коллегам. Да. Карточку, да, спасибо за дополнение, что да, одну и ту же карточку вы можете в разные коллекции пристраивать. И в любую, в какую захотите, в любом количестве. Вот и все на этом. Можно ссылку эту передавать в социальные сети, там, в Телеграм, куда посчитаем нужно. Вот. Ну, еще один вопрос, может быть, у кого-то он возник, где брать статистику? Как только мы открываем какую-нибудь интерактивную лист, интерактивный или викторину, у нас будет таблица лидеров. Ну, вы если какую-нибудь ссылку нажимали, то вы, наверное, увидели с левой стороны. Если вы автор-создатель этой викторины, то у вас рядом с этой таблицей лидеров появится надпись «Подробнее». Надо нажать на эту кнопочку «Подробнее», откроется примерно вот такая таблица. И здесь вы можете увидеть по рейтингу, кто поучаствовал в викторине. Имя, если вы заставили участников представляться, то здесь будет имя, количество набранных баллов, количество времени, которое он потратил, когда именно он отвечал на вопросы и сколько раз он отвечал. Вот. Очень даже, мне кажется, неплохая и подробная статистика. Так вы можете следить за своими учащимися, которых вы обрадовали викториной. Вот. Еще одна хорошая вещь, как я уже сказала в начале вебинара, здесь есть возможность подписываться на цифровые профили своих коллег. Вы можете найти какие-то интересные работы, вас заинтересует, кто именно их создал. Заходим в рабочий кабинет этого человека и можем на него подписаться через кнопочку, вот она, подписаться. Если кто-то вам понравился, его работы вам понравились, вы можете всегда оформить на него подписку. Вот. Дополнительно, как мы видим, если нам разрешили это сделать, мы можем работу скопировать, вот, добавить к себе в коллекцию в какую-нибудь. Это тоже можно сделать. Если нам создатель разрешил копировать, то мы это можем сделать. Ну и в заключение, конечно, без минусов нельзя. Я уже по ходу какие-то минусы озвучила. Что у меня создало проблемы в работе, это то, что нет автосохранения. Я один раз вкладку нечаянно закрыла, и все. До свидания. Дальше. Иногда у меня не вставлялись ссылки через «Копировать, вставить». То есть кончилось тем, что я ссылку с YouTube вписывала вручную. Вот эти вот все буковки и так далее. Я так и не поняла, с чем это было связано, причем во всех браузерах, какие у меня только были, не получалось. Ну, кончилось тем, что я просто перезагрузилась, и вроде там с третьей попытки все получилось. Ну, такая вот. Может быть, у вас все отлично с этим. Ну, и вот презентация игра, то, о чем я говорила, они пока не рабочие инструменты, можно их просто потестировать, посмотреть, как они там работают, ну и ждать, когда они уже будут более функциональны, и можно будет действительно что-то хорошее с их помощью создавать. Такая вот история. Здесь несколько статей
и видеоуроков по работе с флектопом. Их вообще большое количество на просторах интернет. Может быть, вы даже найдете что-то лучшее. Ну, вот я собрала такие небольшие обучалки. Если вам понадобится в работе, то вот, пожалуйста, ссылочки, чтобы нигде не искать. Вот. Ну и осталась у меня тут вкладка с вопросами, их много очень. Давайте читать вопросы. Можно ли после сохранения статьи изменить ее настройки? Да, можно. После сохранения работы вы можете поменять мне все, что считаете нужным. Можно менять вопросы, можно менять настройки, можно поменять копирование. Да. Вам не понравилось, что вашу копируют, закройте ее, и тогда уже больше нельзя будет. Если разрешить копирование всем, то как-нибудь авторство сохраняется за разработчиком? Вот здесь нужно на практике проверить. Я ни у кого пока ничего не копировала. Если вы будете работать в сервисе, попробуйте скопировать работу и посмотреть, подписано ли там где-нибудь авторство. Вот. Я, честно говоря, пока затрудняюсь на этот вопрос ответить. Можно ли создавать диалоги на английском языке? Да, естественно, вместо русского всегда можно написать на английском. Чего сложного? Имеется ли возможность групповой работы над одним проектом? Нет. Пока групповой работы здесь нет, здесь работа только индивидуальная. Но я уже говорила, что возможно появится. Я очень на это надеюсь, что она появится. Правильно ли я поняла, что работу нужно создавать от начала до конца сразу, так как нет автосохранения? Или есть какие-то варианты? Ну, лучше от начала и сразу. Вот. Ну, смотрите, вы можете создать парочку вопросов, перейти сразу в настройки, написать название работы и нажать на кнопку «Создать», оставить ее открытой только для себя. Вот, если вы не успеваете сделать. Ну и все, она у вас в черновиках тогда сохранится. Выставляете настройки только для себя и сохраняете таким образом. Вот. А потом, когда у вас появится время, вы всегда можете к ней вернуться и доредактировать ее дальше. Можно ли создать онлайн-курс? Ну, я уже говорила, это про онлайн-курс, это еще целый вебинар, я могу рассказывать. Ну, если в двух словах, то как это делается? Вы продумываете структуру онлайн-курса. Например, у вас будет одна учебная статья, один видеоурок, ссылка на полезный какой-то контент, ну, допустим, там, на какой-то веб-ресурс очень замечательный, ну, и викторина, которая проверяет знания по предмету. Вы создаете цифровую коллекцию на этом ресурсе, туда добавляете эти карточки. Одна карточка у вас будет с викториной, вторая карточка со статьей, третья карточка будет с чем у нас там еще может быть, ссылка на веб-ресурс, четвертая карточка, ваша презентация, вы ее загрузили. Ну, внутри коллекции будет четыре карточки. Вот у вас, по сути, получился онлайн-курс. Расставьте их по порядку, пронумеруйте их, что модуль 1, модуль 2, модуль 3, и все, все готово, онлайн-курс готов. Вот если вкратце, то так. Я вот две ссылки давала на цифровые коллекции в самом конце, могу еще раз продублировать. Это, по сути, и есть цифровые курсы. То есть там есть и викторины, и статьи, там даже где-то, по-моему, модули подписаны. Так что вот, пожалуйста, можно там. Есть ли встроенный журнал, который будет формироваться из подписчиков этого курса? На курс нельзя подписаться. Курс можно проходить, и вы в статистике всегда увидите, кто у вас там, сколько человек его посмотрело. Вот таким образом. Да, статистика есть по цифровой коллекции. Вернее, нет, не по цифровой коллекции, а по каждой карточке. Вы увидите, сколько человек там поучаствовало. Вот, допустим, у вас есть викторина, вы можете поставить, чтобы там все представлялись, и тогда вы можете проверить, сколько у вас участников ответило на вопросы викторины. Вот. Так, с вопросами. Да, вопросов много сегодня. Давайте я еще раз пролистаю очень быстренько. Есть ли еще? Покажите слайд с обучалками. Да, вы можете скачать презентацию. Вот пока мы отсюда не ушли, вверху есть вкладочка «Файл». Кто ходит уже не первый раз на вебинаре, тот знает. Там вверху есть вкладка «Файлы». Если вы ее откроете, там будет эта презентация. Просто ее скачайте себе на компьютер, и все, и будет счастье. Вот эти ссылочки можете прямо из презентации открывать правой клавишей мыши. Вот такая история. Вот. Спасибо вам большое за внимание. Но я надеюсь, что я вызвала у вас интерес к этому сервису, прорекламировала его как могла. Вот. Хороший инструмент, что можно сказать. Не без недостатков, но тем не менее есть разные полезные вещи, которые можно использовать в работе. И надеемся, что он будет и дальше развиваться.
и с ним все будет хорошо. Вот. А вас я приглашаю на следующий вебинар, он будет уже через 2 недели, в конце марта. Честно говоря, я забыла, какая там тема будет. У нас осталось немного тем до конца курса. Я буду рассказывать и про интерактивные изображения, и про ментальные карты. В общем, впереди еще много интересного. Заходите на Директ Академию, подписывайтесь на вебинары и приходите, буду вас ждать. Ну, как всегда, попрощаюсь, да. Берегите себя. Всего вам хорошего, новых идей, новых свершений. Вот, я рада, что вам понравилось. Ну, все, тогда до новой встречи.